За круглым столом Ролины собираются часто. Семья много времени проводит вместе. Несмотря на занятость на работе, для Виктора и Светланы дети всегда на первом месте. Им они стараются дать самое лучшее. В первую очередь я хочу видеть их людьми. Чтобы были люди они, чтобы никогда не сдавались, не задирались. Потому что сейчас, вы сами знаете, какая тяжелая жизнь, очень тяжело. Дети в семье Ролиных – натуры увлеченные. Пример, конечно же, берут с родителей. 15-летняя Кристина – не только призер районных и школьных олимпиад, но и талантливый музыкант. Девочка поет, играет на гитаре, аккордеоне. Вечера в доме Ролиных часто проходят под музыку. А я хочу опять по крыше бегать, голубей гонять, краснить Наташку, дергать за косу. А Дмитрий первый в школе футболист. На воротах он не пропускает ни одного мяча. Но лидер по количеству хобби в этой семье – младшая дочь Даша. Она увлекается рисованием, плаванием, ездит на велосипеде, лыжах и роликах. Участвует не только в районных, но и в областных соревнованиях. Сегодня они снова вместе и снова победители. В Большом зале областной администрации чествуют лучшие семьи региона. Ролины в их числе. Грамоту и премию в 50 тысяч рублей супругам вручил глава региона Олег Королев. И радость, и гордость за детей, и вообще за нашу, за всю семью. Ну, не ожидали, конечно, что сюда попадем. Но очень рады. Очень рады, конечно, неожиданно. Первый раз в таком зале, конечно, эмоции просто переполняют. Премии вручили 25 семьям региона. Среди награжденных – представители разных профессий. Учителя, врачи, инженеры и священнослужители. Многие добились профессиональных высот. Но и главное достижение – крепкая и дружная семья. Стаж совместной жизни этих супругов исчисляется десятками лет. А в их семьях воспитываются трое и более детей. Определить свое будущее легче и возможно только лишь, когда под тобою самый главный фундамент мира. Этим фундаментом мира была, есть семья и только семья, где куются все виды ценностей. А еще сегодня подвели итоги конкурса на лучшую семью. В области его проводят 8-й год подряд. В этом году было 5 номинаций. Выбирали лучшую трудовую династию, лучшую опекунскую или приемную семью, лучшую творческую, спортивную, а также самую трудолюбивую семью. Победители получили в подарок автомобили и бытовую технику. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.